Тенс-команда «Юди» прошла во второй тур всемирно известного телепроекта «America's Got Talent». По словам танцоров, премьерный показ нового сезона телевизионного шоу состоялся еще в конце мая. Но на экраны программа с участием «Томичей» вышла 19 июня. Напомню, заявку на участие в конкурсе «Тенс-команда» подала весной, и выступили ребята со своим известным номером шоу «Света и тьмы». Во втором этапе «Юди» представят новый номер, который еще нигде не показывали. Коллектив приоткрыл завесу тайны. Трюки также будут связаны с игрой света, но в этот раз покажут настоящую историю про одного из танцоров команды. Добавлю, номера для второго этапа конкурса уже были отсняты американскими коллегами. Программа с очередным выступлением «Томичей» выйдет в эфир ориентировочно в июле. Материальную поддержку танцорам для участия в заокеанском шоу оказал томский губернатор.